лайкну первые 100 комментариев. Всем привет, это канал Денчика. Карандашова. Карандашова. И это ваша любимая рубрика «Мысли как подписчик». Что-то какая-то новая, да, программка? Да, Гриня разорвал весь прошлый выпуск, дав самое большое количество правильных ответов. Да, и все равно проиграл. Сегодня рассчитываю опять проиграть в целом. Ну, давай повеселимся. Гриня мыслит пессимистично, но где он точно сможет выиграть, как и вы все, это, конечно же, у моих корешей из тенниса. Ведь у них есть бесконечные бонусы, начиная от приветственного бонуса до 17 500 рублей на первые 3 депозита по промокоду FLOWMD. Но и также вы будете получать эти бонусы в течение всего времени, что играете вместе с тенниси. А сегодня еще и Лига Чемпионов, и я советую присмотреться к специальным ставкам, которые есть только у тенниси. Сегодня матч Наполи-Реал Мадрид, и я лично буду заряжать на пушку страшную голы за пределов штрафной с хорошим коэффициентом, который отлично подогреет интерес к матчу. Ссылочка на теннис есть в закрепленном комментарии. Переходите, играйте вместе с тенниси, и тем самым вы, кстати, очень сильно помогаете моему каналу. Чем занимаются подростки в свободное время? Начинай, ты начинай. Так ты ж выиграл. Так, ты начинаешь. В свободное время гуляют. Мне отвечать? Да. Дрочат. 4 балла. Дрочат, когда гуляют. Я пока не придумал другого. Охотятся на уток, блядь, по-любому. Играют в компьютерные игры. 3 балла. Блядь, серьезно? Ну, а, кстати, есть компьютерная игра «Охота на уток». А, да. Пиздят в пятерочке грудку. Что делают подростки в свободное время? Растут, они же подростки. Это, ну, как завуалированная фраза? Ну, типа, подрастают. А, я понял. Давай. Занимаются сексом, есть такое? Конечно, они же подростки, блядь. Смотрят... интернет. Порнуху. Мультики. Японскую порнуху. Манго. Якитория. Ой, якитория, подожди, блядь. Аниме, нахуй. Сидят дома. Уже было. Что делают подростки в свободное время? Вау. Ну, давай такой, что, охотятся в лесу, нахуй, на медведя, блядь. Думаешь, нет? Не на уток, да? На медведя? Не-не-не, на сазана уже было, сейчас на медведя охотятся. Ходят в кино. Играют домино. Сосутся. Сосут. Ругаются с родителями. Ругаются на родителей. Пьют пиво. Пьют морс. А, курят, вейпят. Че могут? Сейчас подросток краб что будет делать? Играют в казино, блядь. А, играют в футбол. Лобал. Футбол, блядь? Да. Танцуют. Снимают тикток. А, вся гриня. Да. Привет, а Алекс. Это наш раздевал, куда пошел ты? 10-5 в пользу Фила. Самый культурный человек в медиа футболе. Егоров. Эрик Профик. Блядь, да это вообще, нет, что, блядь, кого мне здесь назвать, блядь, кто здесь есть, блядь? Вон, Сычулик. Карен, блядь, там. Сычулик. Блядь, не, я не знаю, блядь, вообще, кто у нас есть вообще кто-то, блядь, какой культурный? Блядь, я не знаю, Фил Воронин. Форзарезер. Не, я бы не поставил, был. Егор Сила Бамбулы. Это админ наш. Герман Эль Классика. 5 баллов. Пиздец, на. Илюша, Даркнет. Это админ второй наш. Эдамс. Так, а, блядь, есть помимо Тудроца и Амкала кто-нибудь вообще там есть? С дружины, наверное, есть, да? Есть один человек, но пока отгадывайте Тудроца и Амкала. Давай. А, то есть еще, да, какие-то эти прилежные ученики? Давай, да? давай. С нашей есть еще командюхи? Да. Так. Блядь, кто там у нас есть-то, сука, блядь? Сибыч? Алекстит, у себя попробуй советовать. Нет, какой? Не, Грини даже рядом там нету вообще, ты чё хоть? Панкрат, а это Карат. Прокоп. Прокопа нет? Прокопа нет? Так. Ну, если Панкрата и Прокопа нет, я тогда не знаю, кто там еще. Давай. Дэн Опасность. Коля Осипов. Жена Коли Осипова. Камиля Харриса. Муж Камили Харрисовой. Толя Кадрич. А кто в Тудрос культурный, может быть? А, так. Ну, Жека, может, Бобзонис. Ну, какой-то из рэперов, да. Рэпер Жекич. Ой, это с этого, с Брок Бойса. Бобзонис он имел, да. Жека. Некит. Да подожди, да, я дважды отвечу. Ты лезешь вперед. Кутуз. Культурный. А, Арчи. Да ты видел в Астане, блядь, культурного этого, блядь. Викторович. Федор Маслов. 3 балла. Сука, блядь, точно на туре. Это лысая скотина, блядь, точно, блядь. Просто какие еще остались там? Сколько? 4 балла. Тудроц добрый, веселый. Я знаю. Подари мне первый танец, подрочи мне на столе. И дальше. Продолжите фразу, пожалуйста, внизу там. Так, давай. Я повсюду и дальше продолжать и куплет закончить. Давай, я знаю кто. А, так, подожди, наводку. Профутболист. Профутболист, да. Этот, как его? Бабатум, не Бабатум. Сейчас, это же Кентяра. Слышь, я его забыл. Он же сломался недавно, но у него этот... Да, он у меня в инстаграме, братик мой есть, как его, брат. У него прозвище в честь животного. Да, я понял. Пантера, Блэк Пантера. Да, вот Блэк Пантера. Да. Так, и пятый откуда? Из Козлов.
Будимен? Не, из Козлодеров, Градиленко. Да. Конечно. Самый культурный? Конечно. Ты что, Градиленко, это легендарь. Так, давай следующий раунд. Обнимай, Градиленко, молодец, хороший мужик. Давай. Игра Now, Bow, Wow, Wow, Wow. Что девушка скрывает от парня? Деньги. Хуй. Любовника. Так, ну, наверное, вонючие ноги. Сторис. Что, сторис нет? Волосатые подмышки. Грудь голую. Одну сиську. Что скрывает девушка от парня? Свое прошлое. Количество партнеров, блядь. Девственность. Возраст. Да это можно, блядь, сколько угодно эти рассказывать. Возраст, еще что-нибудь. Надо что-нибудь интересное. Давай, там, давай, давай. А, скрывает венерические болезни свои. Да какого хуя, блядь, я не попал там. Синяки под глазами. Синяки под трусами. Свой вес, вес. Национальность. Детей. Да, сука, конечно, блядь, просто нахуй, блядь, сдолбал. Можешь нормально в эту игру поиграть? Давай, давай. Детей, блядь, ну, конечно, блядь. Что еще они могут скрывать? Может, ориентацию? А, ориентацию, да. Ну, свою работу, кем она работает, может. Что она шпендрула? Что она? Шпендрула. Что она работает по ночам, блядь, воздушной бабочкой. Сообщения, ну, типа, сообщения, фотки. СМСки, конечно. Ну, да, блядь. А что? Свой пук, нахуй. А, как они ходят в туалет? Фалос. Тампон. Что тампон, блядь? Прокладка. Это такое хорошее. Закладка. Хорошее что-то? Презерватив. Крестик на груди. Крестик нолик. Сюрприз? Сюрприз стриптиз, конечно. Все, давай, там, игра, супер игра. Гринь, ну ситуация, честно говоря, очень сложная. Ты проигрываешь действительно много баллов. Сколько? 2? 11 баллов. Ну, пиздец. И сейчас отыграться будет реально очень тяжело. Давай, старина, включай шарморку. Ладно, давай, 5 вопросов, 15 секунд. Быстро отвечаешь. Давай 20, ну хотя бы. 15, а там посмотрим, может быть, дам поблажку. Так, на горком опыте тети Тамары, как бы в прошлом выпуске, надо что-нибудь поближе. Да, да, давай, раз, два, три. Лучший напиток к бургеру, кроме колы. К бургеру? Водка. Что делает тебя счастливым? Секс. Что бывает оранжевого цвета? Мяч. Из-за чего ты переживаешь? Из-за нехватки секса. Что может разбиться? Бутылка с водкой. Что может разбиться? Сердце, там, как обычно, вот это, да. Фил, ну что, ситуация великолепная, на самом деле. 5 вопросов, 20 секунд, да. Плюс 11 у тебя. Раз, два, три. Лучший напиток к бургеру, кроме колы? Спрайт. Что делает тебя счастливым? Любовь. Что бывает оранжевого цвета? Баскетбольный мяч. Из-за чего ты переживаешь? Из-за работы. Что может разбиться? Сердце. Я сказал оранжевый мяч в медиалиге. А что? Ой, блин. А ты оранжевый мяч. Баскетбольный, да. Где обещанная шпендрула? Хотя бы сюда шпунтулу приведи хоть одну, мне старина. Покочегарил бы ее? А? Покочегарил бы ее? Ну, возможно. Может бы просто мы побулькались вот сейчас. Просто. Надо булу туда положить и бульон положить. Итак, лучший напиток к бургеру, кроме колы. Водка против спрайта. 1 балл сок. Ебать. Водка? А ты дослушал вопрос хоть не про бургер? Не-не, я про водку. Лучший напиток, водка? Да, лучший напиток, водка сразу. Так. 2 морс. Так. 3 спрайт. О, ну морс тоже херня. 4 пива. Пиво. Да я хотел пиво сказать, но меня перебила водка просто. И 5 баллов Пепси. Ах ты сука, ладно. Ты что, до сих пор соревнуешься? Не, я имею в виду как кола и Пепси не догадались. Я про водку, у меня просто первым хоп, водка и все, а я про пиво хотел сказать. Давай. Что делает тебя счастливым? Секс против? Любви. Любви. О, как и в жизни, да? Да. 1 балл путешествия. Говно полное. 2 покупки. 3 семья. Не, хорошо, хорошо. 4. Достижения, успехи. Фу, говно. Секс или любовь. И 5 баллов. Деньги. Что бывает оранжевого цвета? Ну, 5 апельсин. 1 балл. Автомобиль. Жопа обезьяны, точно. А что он сказал реально? Жопа. Мяч в медиалиге. Жопа орангутанга, она же оранжевая? Красная. Красная? Да. 2 балла солнца. Солнце оранжевое? Это? Научно это доказано или нет? Кто это, блядь? Эти опять вот эти преподаватели 7-летние там, блядь, проголосовали. Ты скажешь, припадочные вот эти. Так, 3. 3 балла морковь. Вот это не догадались. Блядь, ну конечно они морковь знают, тыкают все время там куда-то. Мандарин и апельсин, угадал? 4 мандарин, 5 апельсин. Мы с здесь мы, да. Мы с мячиками идем с тобой. Мы с пиздец, мячики, блядь. Любовь, просто, секс, мячики. Просто, так. Из-за чего ты переживаешь? 1 балл. А что Грини сказал-то? Я работа. Нехватка секса. Секс? Не, ну если честно, скажи. Это как Тиндер уйдет вот у тебя там, то же самое, считай. Ну давай посмотрим.
Один балл. Поражение. От чего? Что такое поражение? Два балла. Отношения. Да фу. Отношений. Блядь, кто это, сука, так, там, блядь, отвечает? Три балла из-за политической ситуации. Так. Четыре балла из-за работы. Скучно, и 5 баллов из-за оценок учебы. Бля, это что? Кто это? Господи, что? Ты вот это раньше, помнишь, приложение было? Ask me вот это, спроси меня. Ты там же ли писал? Форсквер еще, давай. И последний вопрос, который все решает. Гринь, последний шанс ты сейчас, конечно, вырвать. Давай его за 28 баллов засчитаем. Если я хотя бы из 5 одну ответил. Что может разбиться? Так. Он сказал бутылка. Бутылка водки, давай, я сразу скажу, я пропитанный горьким опытом, и поверь мне, разбитая бутылка водки, я, конечно же, ее не... Сердце, да, это страшнее всего разбитых там сердец, там, разбитых колес. Один балл ваза. Охуеть у него правила просто. Проигравший, говорит, джакузи, только что как придумал. Как у Зачеканцева, да? Просто, блядь, давай еще, блядь, сейчас этот, возьмем корм для собак, он туда насыпет. Ну не, зачем? Давай, давай. 3 балла, стакан. Похоже. 5 баллов тарелка. Похоже. 2 балла бутылка и 4 сердца. Бля! Ну, я с гордостью принимаю это поражение. Да, спасибо, Гриня. Поржал жестко. Наказание реально есть? Да, наказание прыгать в джакузи. Сука, у меня нет вещей больше. Ну снимаешь. Высохнут. Ему играть же еще сегодня. Да куда мне нахуй играть? Там холодно, я заболею, там приеду опять неделю, а буду, блядь, после Казани.